Сотрудники Росгвардии продолжают обеспечивать безопасность граждан в нашем регионе. Так, в канун православного праздника Пасхи они выполняют комплекс мер по охране общественного порядка в местах массового скопления людей. Например, храмы, где в ночь с субботы на воскресенье пройдут богослужения, взятые под особый контроль. Проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации. Все они работают и находятся в исправном состоянии. К местам проведения мероприятий будут приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации. Охрана общественного порядка будет организована в тесном взаимодействии с сотрудниками управления МВД России по Пензенской области и регионального управления МЧС России.